representing Russia, Yevgenia Medvedyeva. Потому что я ото всех беру самое лучшее и пытаюсь этому научиться. Just 16 years old, hard to believe she's competing in her first world championships. Евгения Медведева в этом году не проиграла ни одного важного старта. Но финал Гран-при, чемпионат Европы и, в принципе, даже чемпионат мира для них всего лишь этап. Потому что главный турнир еще впереди. До следующей зимней Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее, уже меньше 2 лет. Сюда-то? Почему вот так-то? Я понять не могу. Ну сюда-то можно это плечо, но дальше проходить туда. Сама поворачивайся туда. Чемпионка мира Евгения Медведева в Бостоне установила мировой рекорд, набрала высшее количество баллов. Но сегодня себя просят называть просто Женя. Какому маленькому ребенку захочется выходить каждый день и пахать, в то время, когда ее одноклассники, дети обычные, которых, не знаю, вот так вот из окошка выглядываешь, они на детской площадке играют. А вот сейчас будет бомба. Требования, чтобы заходила и делала. Что бы ни происходило вокруг, Этери Тутберидзе и Евгения Медведева знают, что они могут друг на друга положиться. Мне Женя очень понравилась, очень. Прекрасно, прекрасно. То есть это вот, ну я не знаю, давайте сразу сравним тогда их с французами. Thank you.
начала. У всех фигуристов есть свои достоинства, свои минусы. Держи, держи, Женя. First and Lady World Junior Figure Skating Champion for 2015, representing Russia, Evgenia Medvedeva. First and Lady European Figure Skating Champion for 2017, from Russia, Evgenia Medvedeva. Что вам значит? Жизнь. Жизнь. Да ладно. Они по-настоящему любят друг друга. Олимпийская программа двукратной чемпионки мира и Европы, обладательницы высшего мирового достижения Евгении Медведевой. Человек, который 2 года держит весь мир на движении. Было завораживающе. Женечка, милая, всей страной, мы силы тебе, Женя. Мне свойственно, неважно, это злоба, печаль. То есть я могу настолько разозлиться, что заплакать. Ей так тяжело в этом году, тяжело. Ух, как здорово! Ух, как здорово! Силы! С Богом, дорогая! С Богом! Знала, что она делает. В этой тоненькой, тоненькой, маленькой девушке берется такая энергия. Вы тут как на войне. Так не бывает, так не должно быть, так не должно быть. Падают и падают. 81-61, лучшее мировое достижение. Женечка, милая, потрясающая, потрясающая программа. И все катала, все, все делала. Я хочу, чтобы она выиграла. Пожалуйста. Золото и серебро в нашей команде. Россия выигрывает, Россия выигрывает эти игры, выигрывает. Алина Загитова, новая олимпийская чемпионка. Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева объявила, что уходит от тренера Этери Тутберидзе. Драма в российском фигурном катании. Евгения Медведева уходит от своего тренера Этери Тутберидзе. Российская фигуристка Евгения Медведева уходит от своего тренера. И моим наставником теперь является Брайан Орсер. Были разговоры о том, что, в общем, она не принимала никак результат Олимпиады. Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получила 2-е место, а не 1-е, почему не хватило 1 балла. Она моральный лидер. Это хорошо. Я вот вырастила девочку морального лидера. Поэтому для нее нету, вот для нее 2-го места нет. As I said, everything here is so different, so unusual, and working too. Lesser time for practice, but it is more sessions. С сегодняшнего дня начинается моя новая жизнь, и я буду делать просто все возможное, чтобы становиться лучше и представлять свою страну Россию на самом высоком уровне.